Жалагашский совет ветеранов на основе гранта «ЮСАИД» успешно реализует проект по медицинскому обслуживанию ветеранов района. Данный опыт по решению участников коллегии областного совета ветеранов планируется внедрить по всей области. Совет ветеранов Жалагашского района провел анкетирование среди ветеранов и выявил самые их насущные проблемы. К примеру, аксакалы просят печатать в районной газете перечень бесплатных медикаментов для состоящих на учете больных. В целом, подняты проблемы сельской медицины. Мнения и предложения были представлены на рассмотрение соответствующим органам. На первой же встрече выяснилось, что вопросы вполне решаемые. Районная больница совместно с отделом занятости и социальных программ взяли на контроль их решение. Мы планируем подписать меморандум между районной больницей отделом занятости и социальных программ и районным советом ветеранов. Будем держать на контроле выполнение всех поднятых вопросов. В анкетировании приняли участие 500 ветеранов. Всего их в районе 3500. Очень рада, что проект поддержан и на уровне области. По этому проекту организация ветеранов Жалагашского района провела очень огромную работу. Они провели сначала исследование, анкетирование, и потом на этом круглом столе было очень такое бурное обсуждение с главврачами, с собезом, с руководителями собеза и других организаций. И почти 70% вопросов было решено сразу на месте. Многие вопросы, возможно, даже невозможно решить на областном уровне. Их надо выводить на республиканский уровень. Например, тема закупа лекарств, удешевление лекарств, например. Это же все коммерциализировано у нас. Все конкурентная среда, поэтому здесь нужны вопросы на уровне министерств и ведомств, обеспечение протезами пожилых людей, обеспечение слуховыми аппаратами. Возможно, они будут предложены для решения в Маслихат. Отметим, Жалагашский совет ветеранов на протяжении многих лет активно сотрудничает с международными организациями. Так, по линии ЮСАИД это уже третий грант. Первые два были предоставлены на разработку стратегического плана организации и базу данных малоимущих района. В 14 аульных округах выявили 170 малоимущих семей и оказали им различную помощь. Кому-то выделили уголь, кому-то выделили денежную помощь, кого-то обучили, кого-то трудоустроили. И одной женщине даже, которая стояла 20 лет в очереди на жилье, конечно, при помощи акимата, при поддержке акимата выделили дом. И вот они создали настоящую базу данных малоимущих и передали эту базу данных в собес. Кстати, проект Жалагашского совета ветеранов по медицинскому обеспечению ветеранов признан в ЮСАИД как самый результативный, потому что проведена большая работа по выявлению всех проблемных вопросов в сфере медицинского обеспечения ветеранов. И теперь проект будет внедрен во всех районах и в областном центре. Вопросы все подняты. Это проблемные вопросы на сегодняшний медицинское обеспечение ветеранов, так скажем, ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Данные вопросы, все они найдут свое решение в дальнейшем. Управление здравоохранения будет над всеми этими вопросами работать. И данный опыт будет внедрен во всех районах области и в областном центре. Галымжан Жумназар, Бугимбай Басилов, Турихан Хожахметов, телеканал «Казахстан Кызылорда».